выносить эти газеты. Так, это Новый Петербург. Это нам подсказало подготовить 50 экземпляров свежих. Держи. Держи вот так. Так вот, зайди. Писал о том, о чем вы, о чем, какой защиты просили люди. Прежде всего, не потому, что там кто-то говорил, что это хорошая тема, а это плохая, а просто они просто сами вырастали эти темы. Со времен Рейгана и Горбачева. А утром приехали, я вам звонила пару часов назад о том, что мы подумали. Угу. Офиса нам не дали. Им писали. В плане того, что мы тебя уничтожим, убьем и прочее, прочее. Ну, а... Перезвонились друг с другом, мы всегда говорили, а я ему говорил, будь осторожнее, будь аккуратнее. Хорошее, так сказать, большое помещение по адресу Гагаринская, дом 1. В это время очень мало авторских текстов хороших. Откуда берете? И у него, возможно, свои счеты с коммунистами. Вот, известно, что никакой нормальной проверки следственные органы не проводили. Во всяком случае, в газете они не появлялись, и какие-либо объяснения у нас не брали. Вот. Но сам Андрущенко за некоторое время до этого рассказывал, что его в том числе встречали возле дома неизвестные люди, избивали его и требовали от него документы по одному из его вот предыдущих журналистских материалов. Дело в том, что Андрущенко очень...